Здравствуйте, меня зовут Андрей Кривошеев, я председатель Белорусского союза журналистов и политический обозреватель Белтелерадиокомпании. Журналистика как профессия связана с огромным количеством контактов, поэтому многие наши коллеги заболели неизвестной на тот момент болезнью еще в феврале-апреле прошлого года, когда о пандемии в мире еще никто не знал. Именно поэтому многие наши коллеги после того, как появилась прививка от COVID-19, воспользовались этим шансом, чтобы оставаться здоровыми, доносить новости до нашей аудитории, не представлять опасность для наших коллег, для наших героев, наших репортажей и для своих близких. Именно поэтому я тоже сделал два компонента прививки. Уважаемые минчане, прививайтесь и будьте здоровы!